Добрый день, дорогие друзья, глубоко уважаемые ульяновцы, гости нашего замечательного города. Я хотел бы, чтобы мы еще раз с вами поприветствовали нашего замечательного друга, гостя, большого друга не только Ульяновской области, но и, прежде всего, Российской Федерации, господина посла, господина чрезвычайного полномочного посла Японии в России. Посол уже не первый раз приезжает к нам в регион, и с его легкой руки, именно во многом благодаря его стараниям, нам удалось создать здесь небольшое, но, с другой стороны, очень знаковое экономическое японское чудо на берегах Великой Русской реки Волга. Мы действительно являемся одним из самых японских регионов в центральной части Российской Федерации с точки зрения не только большого количества крупнейших корпораций, которые пришли в Ульяновскую область, создали здесь новые заводы, создали новые рабочие места, платят исправно налоги, создают уникальную продукцию, которую мы не только производим для России, но и за пределы Российской Федерации поставляем. Но одновременно, благодаря нашему сотрудничеству с посольством Японии в Российской Федерации, нам удалось реализовать и крупные социальные проекты, образовательные проекты. Мы видим о том, как сейчас активно на территории региона изучают японский язык и школьники, и студенты. Нам удалось реализовать достаточно большое количество интересных культурных проектов, и одним из таких вот знаковых проектов является великолепный фестиваль «Японская весна на Волге», в рамках которого мы с вами встречаемся. Нам удалось реализовать замечательный проект, связанный с повышением производительности труда на предприятиях. И крупнейшие компании, например, компания Toyota, достаточно часто приезжают сюда специалисты этой корпорации и помогают нам справиться с этими очень сложными, но одновременно очень важными задачами. Ну а вот сейчас мы с вами, когда мы шли к вам сюда, побывали вместе с его превосходительством на той стороне реки Волга, где дали старт открытию, старт строительству нового большого индустриального парка для еще большого количества японских компаний. И это все вот благодаря, прежде всего, стараниям нашего замечательного друга. Только что поаплодируйте ему, потому что это здорово, конечно. Совсем скоро мы, благодаря стараниям нашего друга, начнем строительство еще одного большого автомобильного завода с компанией Isuzu. Это еще сотни новых рабочих мест, но это, конечно, тысячи автомобилей, десятки тысяч автомобилей, которые мы будем выпускать здесь, в городе Ульяновске. Дорогие друзья, хочу вас с огромным удовольствием поздравить с тем, что первый день международного фестиваля «Японская весна на Волге» открыт. Ну и позвольте мне вас заверить о том, что за первым днем последует второй, третий и четвертый. Каждый день будет иметь свою специфику, но каждый день мы будем с вами встречаться на разных площадках, в том числе и концертных площадках в городе Ульяновске, и, несомненно, обогатим друг друга. И мы с вами, как россияне, получим огромное, замечательное просто познание наших коллег из Японии, и наши японские друзья увидят широту русской души и, конечно, увидят нашу замечательную культуру. Господин посол, спасибо вам огромное за любовь к России и за любовь к замечательному городу Ульяновску. Спасибо вам огромное. Добрый вечер, дамы и господа. Дорогие друзья, я искренне поздравляю с открытием третьей японской весны на Волге. Это очень важное мероприятие. Но на самом деле, это каждый год я приезжаю в Ульяновск. Первый, второй, третий раз на этот раз.
Но я смотрел в город и заметил, что этот фестиваль имеет больше разнообразнее, больше масштабнее. И я чувствую, что как это уже любовь к японской культуре очень близко чувствую. Поэтому я очень рад быть сегодня здесь. И я бы сказал, что если можно, позвольте мне назвать Ульяновск для меня вторая родина. Сегодня специальная программа, это два молодые японки, которые учатся в консерватории Москвы, исполняют вместе прекрасный оркестр, ваш оркестр здесь. И я такой уже, я живу в Москве, и консерватория 5 минут ходьбы, и очень близко. Поэтому сегодняшний концерт японский солист и Ульяновский оркестр. Это очень идеальная комбинация, и желаю, что вы наслаждаетесь, проводите хорошее время во время этого концерта. Спасибо! Добрый вечер, уважаемые друзья. Разрешите мне по поручению полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова поздравить с открытием третьего международного фестиваля «Японская весна на Волге». Для нас этот проект очень важен, и он показателен с учетом того, что президентом поставлены задачи о реализации национальных проектов, привлечение дополнительных инвестиций. Ульяновская область у нас практически является лидером в Приволжском федеральном округе по привлечению инвестиций. Это важное направление работы. И мы надеемся, что и это укрепление доверия, международного доверия России и Японии позволит и здесь, в Ульяновской области, и в масштабах всего Приволжского федерального округа реализовать задачи, поставленные президентом. Поздравляю вас с открытием международного фестиваля «Японская весна на Волге». Спасибо. Уважаемые гости, мы просим вас остаться. На сцену приглашаются художественный руководитель и главный дирижер Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» Илья Дербилов и солисты концерта, лауреаты всеяпонских международных конкурсов, студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского, Хория Котоха и Имагава Кокоро. Благодарим вас.